Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Енот, Кокос, Фисташка, Фуси. Как всегда, очень много классных подписчиков и подписчиц. Поздоровайтесь! Привет! Привет! Сегодня мы играем на очень классной карте «Пиццерия FNAF 1». Будем убегать от классных монстров. Все написали в комментариях, чтобы мы поубегали с чуваками, которые есть бензопилы. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я ставлю много штук. Начинаем. Давайте сначала с одной бензопилой, а потом с двумя, потому что сразу с двумя это жестко. Вы готовы? Конечно. Как-то так. Конечно нет. А, надо что? Защищать пиццерию. Ого! Видел, они когда этот зашли, распиляли дверь, что ли, отломали? Да, ты видел? Они двери ломают. Эй, мы тут. Ломайте дверь, я хочу посмотреть, как это происходит. Эй, дверь закрой. Пошел, смотри, что делает. Так. Сюда продвигаемся. Мочите их или не мочите? Мочим. Мочите. Мочите. На тебе. А, дверь не хочет почему-то. А, они ее поломали. Те нет. Ой, граната. Кто-то очень умный, не умеет гранатами пользоваться, как и я. Поймался, да. Так, кто-то гоняется за Among Us. Все, минус один есть. О, я вижу, начинает их мочить. Это же босс, вы что же учитываете? Надо в голову стрелять, чисто в голову. У него бензопила, да, как-то тихо работает? О, разозлился, смотрите, побежал. У него бензин, короче, кончился в бензопиле. Давай проверим, насколько он мощный. Да, ого! Он в конце взрывается, вы видели? Да ладно, прикольно. А вот это не прикольно. Как вас прекращает, то забаню тебя просто так. А, ой, понял. Я был... Не надо шарами, это читерский. Да. Че, обиделся что ли? Сейчас взорвется, смотрите. Бу. Кишки из жопы. Мне нравится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение и записать какую-то вахханалию. Гонки, стрелялки, догонялки, прятки, выживалки. Это все за один день. В одной серии. А ты косой. Смотрите, сейчас оно умрет? Или проверить, дамажит или нет? Всех убили? Всех убили. Поехали дальше. Ребята, сейчас будет... Правильно, енот говоришь, пожестче будет. Давайте чуть удалим. Я переборщил, палку перегнул. Вот это жестко, они бегают. Побежал. Я не слышу бензопилы их. О, слышу, пойдет. Ребят, вы косые. Ля-ля-ля, побежали. Ля какие, да, мочат. Ого. Это они такие звуки издают, как волки какие-то бешеные? Да, так это ау. Двери отлома... Ого, он с одного раза мочит. Не зря это босс. Ого, видите, они по всей карте, они да? Быстрые. Очень быстрые. Блин, жопа с одного раза убила. Так, смотри, что делает. Смогу перепрыгнуть? Да, ну как бы нет. Ноги подшикали мне новые. Ого, их сколько тут. Что, они убиваются или нет? Я что-то не замечаю никаких изменений. Давайте я буду мочить. Хорошо, давайте мы сейчас так встанем и возьмем прикольное оружие. Енота чуть подлагивает. Вот у нас то и за оружка. Мне кажется, это оружие должно нагнуть любого монстра. Ну чё? Ну чё, не получилось почему-то. А ну иди сюда, жопа. Вот они. О, господи, я в тупике. Я серьёзно? Эй, их не мочит ничего. Почему их не мочит? Убейся, мотня, с бензопилой. Сдохни. Ой-ой-ой, красота. Вот это было очень красиво. Вот это битва. Очень крутая битва, мне нравится. Такое люблю, вахханалия. Горисман для этого сделал, чтобы веселиться. Ты смотри, что делают, а? Может, надо оружие какое-то другое взять? Может, бомбу? Не-не-не, бомба нет, я хочу постреляться.
Бомба это самая для слабаков. Ой-ой-ой, что я делаю? У меня лагает. Да, больше не буду, все, не буду. Какое-то оружие такое лагающее. Буду хуже. Ой, пошло, пошло. Мы же качали, помните новое оружие? И там есть оружие, черное очко. Ой-ой-ой, я знаю, поэтому я его не буду использовать. Ну ладно. А, нет, оружие может вылететь. Я помню, на какой-то карте оно вылетало. Ух ты, я под машиной. А вот это что у нас? О, помните, у нас есть это оружие молот, где можно броню себе включать. Да ты смотри, что делает. А где этот молот у нас? А ну вот это может. О, а ну-ка, кто против меня? Не убиваю. Ого, ребята, что творится? Вы видите, как они меня бьют, толпа монстров? Енот, фисташка, смотрите, что творится. Господи, что за волкодавия? Ну меня убить хотят. А теперь я. Не только тебя. Дядя Дима разошелся. На! Да ты смотри, что ты делаешь! Да ты ври! Это жесть! Ну как вам эти вообще монстры? Они какие-то реально читерские. Они бессмертные какие-то. О, я их убиваю этой штукой. А мне не дают оружие сменить, блин. Да ты смотри, они у меня убивают сразу. Надо появиться, сразу валить. Развалить надо. Чё это? Вот это оружка. В машину залезть нельзя, почему? Так, так, так. Ребята, мы их, кстати, уничтожаем потихоньку, обратите внимание. Ой, красиво! Красота! Эта оружка крутая. Не знаю, как оно это делает, то я их убиваю, независимо сколько у них жизней. Офигенное оружие. Оно реально... А, тут миллион выстрелов. Все. Пацаны! Все. Другие будут боссы. Вы готовы? Да. Сейчас будет жестче. Это я называю их это боссы-психи. Потому что это именно психи. Все, больше не буду, потому что как-то сыкотно больше добавлять. А ну достанут меня, не? Нет, не достают. И это очень хорошо. Ого, не вылетит игра. Ой. Я, короче, их поставил и убил. А, не, вот еще живой есть. Это странное оружие теперь все будет очень высоко. Слышь, свали, монстр вонючий. На. Хорошо, я их сам убил, это не считается. Давайте еще разок. А вот теперь погнали выживать. Пошел, пошел, пошел. У меня какое-то все большое. Это странно очень, оружие увеличило у меня все. Ого, у меня физган. Ребята, это почта лайк надо ставить. Ну реально, гравити-ган больше. У меня в руках обычный гравити-ган или большой? А ты где, а? Обычный. У тебя лом был в руках. Да, у тебя все обычное. Оно все большое, у меня гигантское. Ну то ладно, да. После того пока оружия баг какой-то произошел. Хорошо, пацаны. И девчонки. Не хотел этого монстра ставить в этой серии, но придется. Чё за дядя толстый? Ну зачем так много-то? Ну я же сказал, что не хочу ставить. Оружие просто гигантское все. Ого. Заряжается. Убивает с двух выстрелов. Прикольно, какое-то как оружие из будущего. Да, чисто в голову. Убила с одного раза в голову. Нет, не убила. Чё ты мне сделаешь, э? Даже бить не можешь. Орут и все, они бьют. А, он медленный очень. Ого, он растворился в воздухе.
А, бомбы бросаю, вспомнил, ё-моё. Сейчас мы сделаем эпик. Умри. Ого, сколько их могу бросать. Окончились. Офинтеть. Ого. А, вы еще живые? Монстры вонючие. Ох ты, блин, отдача жестокая. Очень жестокая. Все? Убили? Конечно. Да. Я знал, что вы сможете. Хорошо. А теперь с одного очень страшного фильма. Тумора Морган? Готовы? Тумора Морган? Да. Мамочка, я ее боюсь вообще. Крейзи Рунер. Я ее тоже боюсь. Это оружка у меня гигантская. Ты еще подкрасил, я не видел. Ой. Она легко какая-то. Я могу летать на оружие, я вспомнил. Вот это жесть. Ого, она их мочит, как щенков. А ну давайте один выстрел. Та! А, так это и то не я убиваю. Енот, ты че, псих, шо ли? С арбалета в бошку, да, мочишь их? О, труп еще лежит. Ух ты. Игитру, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте в ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока. А мы еще поиграем.